У семейных снимков особое очарование. Вглядываясь в лица мам и дочерей, не всегда угадаешь, кто изображен на фотографии. Мы покопались в архивах и подготовили для вас подборку звездных фотографий. Взгляните, как выглядели матери и дочери в одном и том же возрасте. Алла Пугачева и Кристина Арбакайте. Так звезды эстрады выглядели в 40 лет. Ванесса Паради и Лили Роуз Депп. На снимке вы видите мать и дочь в возрасте 16 лет. Рис Уизерспун и Ава Филипп. А вот совсем детские фотографии актрисы и ее дочери. Нам кажется, что сходство поразительное. А что скажете вы? Лариса Лупиан и Елизавета Боярская. На этой фотографии звездной маме и ее не менее звездной дочке 30 лет. Мадонна и Лурдес Леон. Маме и дочери на этом снимке всего 20 лет. Ниже – очаровательное совместное фото. Вера Алентова и Юлия Меньшова. Снимок запечатлел актрису и ее дочь-телеведущую в возрасте 37 лет. Полюбуйтесь и на современную фотографии мамы и дочки. Голди Холм и Кейт Хадсон. Так звезды выглядели в 35 лет. Обе знаменитости – одаренные и востребованные актрисы. Рената Литвинова и Ульяна Добровская. Популярная актриса, режиссер и ее красавица-дочь в 20-летнем возрасте. Невероятное сходство и обаяние. Нам также нравится совместное фото мамы и дочки. Мила Йовович и Эва Габо Андерсон. На этом снимке актрисе и ее дочери всего 12 лет. Ну просто одно лицо. Полюбуйтесь и совместной фотографией Милы и Эвы. Татьяна Лютаева и Агния Дитковскити. Замечательные актрисы запечатлены на фото в возрасте 30 лет. Обе красавицы по-своему очаровательны, как и на совместной фотографии. Еще больше интересных историй и снимков на нашем канале. Подпишитесь уже сегодня и не пропускайте интересные материалы, которые мы готовим для вас каждый день. С нами здорово! Любите ли вы старые снимки? Часто пересматриваете семейные альбомы? Ждем ваши комментарии.